Добрый день, уважаемые коллеги. Завершился третий матч турнира Сочи Хоккей Опен между «Авангардом» и Олимпийской сборной России. Подводим итоги этой игры с главными тренерами команд Боб Хартли и Олег Владимирович Проташ. Поговорят о сегодняшнем матче. Олег Владимирович, вам слово. Хорошая игра, хороший, сильный соперник. Для молодых ребят это очень-очень полезны такие игры, потому что здесь им нужно самим решать, не ждать там от кого-то, поэтому они здесь все сами должны себя чувствовать в роли лидеров и в роли ответственных за результат. Очень порадовало то, что мы увидели на льду то, что готовили за эти 4 дня до наших сборов, до начала турнира. Понравилось, что это все мы увидели на льду. Вот. Ну, а индивидуальные ошибки здесь игроков, которые приводили пропущенным шайбам, это, в принципе, можно на неопытность наших молодых пацанов свалить. А в общем, содержание игры в исполнении молодых ребят наших мне очень понравилось. Спасибо за комментарий. Боб, вам слово. Like very impressive game from the young Russian national team. On our side, we had a bad start, then we came back, and we're going through a normal process, lots of new players, so there's lots of adjustments, lots of timing to get better. But at the same time, I like what I see from our players. I see an improvement every day, and more importantly, not only improvement, but also an understanding of our game. Впечатляющая игра от Олимпийской сборной России, от молодых игроков. Что касается нас, то был не очень хороший старт, но в целом для меня является важным, говорит Боб, что мы улучшаем игру с каждым днем. У нас много новых хоккеистов, и это самое главное, что понимание системы и улучшение игры, работа каждый день. No, I think that it's recognition to the huge pool of talent that there is here in Russia. Russia is known around the world to be one of the powers of hockey. And you look at this young team, there's no doubt on my mind that they could compete in the KHL as a team. That's probably one of the fastest hockey clubs that I've seen in a long time. Their defensemen played very well. They supported the attack. They moved the puck very well. Their forwards were quick to attack our defensemen. Their goaltender made some key saves. So, it's a very impressive hockey club. Нужно отметить, что в России немало талантов, да, в хоккее, и, конечно же, вот эта сборная, которая на этом турнире играет, могла бы вполне конкурировать и в КХЛ, как самостоятельный клуб. Посмотрите на их игру, защитники поддерживают атаку, один из самых скоростных это был бы клубов в лиге, и нужно отдать должное этой команде. Коллеги, перейдем к вопросам. Вопрос к Бобу. Какой Манукян вам понравился больше, в Олимпийской сборной России или в «Авангарде»? И в чем принципиальная разница между манукянами, когда он играет или в «Авангарде», или в сборной сейчас? First, Manuk looks much better in Avangard jersey because we love it. But at the same time, it's the same. No, he is a heart and soul player. He gives you his best every game. So it was great to see him. I looked at him after the second period. He was sitting on the bench, and he looked at me, and we winked. So you guys all know he's one of my favorites. You can count on him every day. He's gonna be a great pro. Because he's already very mature. He understands his role. He wants to be the best. The way that he prepares, the way that he trains, the way that he plays the game. He's out there and he leaves everything on the ice. The sad part of medicine. There's ways to look at height, at body percent, fat percentage.
But this, no one has invented the machine to look at the size of the heart. Like he's all heart. He's gonna block shots. He's gonna go through fire for you. So I'm sure that he's gonna do the same thing for the Russian national team. Ну, конечно, выглядит в майке «Авангарда» Манукян гораздо лучше. Но вообще нужно сказать, что что в «Авангарде», что в олимпийской сборной Манукян действует абсолютно одинаково. Он пройдет для команды через огонь. На него всегда можно положиться. Он отдается полностью игре. Он блокирует броски. У него огромное сердце. И медицина не может измерить размер сердца, да, сейчас, которое отдает он для команды. То есть можно измерить там рост, вес, процент жира, да, но никак не размер сердца вот у Манукяна. Но огромный он будет великолепным профессиональным игроком. И как он отдается игре, Боб сказал, что они даже после второго периода подмигнули друг другу на скамейке запасных, когда они друг друга увидели. Вопрос Бобу Хартли. Почему сегодня отсутствовали Широков и Емелин? Это вследствие тех повреждений, которые они получили во вчерашнем матче, или это обычная ротация? Спасибо. No, they're gonna play next game like they played last game. It's we want to make a rotation in our veterans. Like we're playing 9 exhibition games, which is great for the Grichuk and the Yaremchuk and all our new players. But for our veterans who know the system, like they're already in great shape. Like it's an opportunity for us to rest them at the same time as we invest in our either our young players or our new players. So you don't win Gagarin Cup in August. So we're asking the players to play to win. As you see, we're rolling the lines 1-2-3-4, 1-2-3-4. Everyone has even ice time because this is about finding out about our team, like the adjustments, the weaknesses, the strengths of our team. And the score doesn't really matter for me. Ну, в августе нельзя выиграть Кубок Гагарина, поэтому мы сейчас спокойно готовимся и прежде всего нашим молодым игрокам, новым игрокам даем понять нашу систему. Опытные игроки, такие как вот Емелин, Широков, они знают нашу систему, мы можем дать им отдохнуть, и мы спокойно ротируем состав. И вы, если смотрите, да, вы видите, что мы выпускаем даже пятерки на лед по порядку, 1, 2, 3, 4, да, даем всем одинаковое время, поэтому здесь обычный рабочий процесс. То есть они будут играть следующий матч, как он сказал, да? Да, у меня еще пару вопросов. Во-первых, к Бобу. Видно, что он аккуратно с Войновым, потому что он год пропустил, то есть его аккуратно вводят на пик формы. Сколько надо времени, в чем специфика? Со Славой Войновым 2 матча не играл сейчас. Yeah, Slava is injured right now, so he's right now there's no sense. He's skating very lightly right now, so we're gonna take our time. With the history of injuries that he had in the past years, right now there's no rush. Like as much as we would want him on the ice and we'd like to see him on the ice, we will have to be. To be very careful, in our approach with him. I don't have a timetable for you when he will play. We just don't know right now. He's skating with the players not playing. He's not practicing with the team. So we're gonna use cautious in his case, and we're gonna go day by day. And at the same time, while you talked to me about Voinov yesterday, I said that Andre Ghetto, wouldn't be playing in the tournament, and I want to apologize because Andre Ghetto is getting back from the national team from Switzerland today. So tomorrow we have a day off, and we will see in the next couple of days. So I got surprised by the question a little bit yesterday, and I knew he was coming back, but I wasn't sure when he would come back. So he's coming back today. So most likely there's a chance that he might play in the tournament.
Что касается Войнова, то он сейчас травмирован, но никакой нет необходимости спешить. Мы день за днем идем, спокойно он восстанавливается, катается с неиграющими игроками, катается очень легко, не тренируется с командой, то есть по индивидуальной программе сейчас работает. Учитывая его историю травм, да, мы видим, что нужно аккуратно подводить его к сезону. И когда он точно будет играть, сейчас вам Боб сказать не может. Что касается второй части ответа, он хотел бы извиниться за вчерашний ответ про Андригетто. Он немножко дезинформировал. То есть он не был точно уверен, когда Андригетто вернется из расположения швейцарской национальной команды. А как выяснилось уже сегодня точно, он сегодня оттуда возвращается. Сейчас мы, завтра у нас и послезавтра выходные. Вот за это время, во время тренировок посмотрят, решат. Ну, то есть может быть, он сыграет на турнире. И второй вопрос к обоим тренерам. Впечатлив силовой прием Василия Подколзина. С вашей точки зрения, насколько большой игрок растет? 18 лет ему всего, и как он прогрессирует? Как он хорош уже в силовой борьбе? Ваше мнение об этом игроке? Василий Подколзин. Я понял. Ну, то, что удаление, это я уверен на 100%, что это неумышленная грубость была, это просто молодая неопытность, да, вот эту руки он там поднял не специально, чтобы нанести травму, просто это, можно сказать, технический фол, да, был, это ни в коем случае не умышленная грубость была. Что касается его прогресса, ну, это мы для этого сюда его и вызвали, чтобы его, дать ему возможность себя проявлять, расти, прибавлять, и дальше, естественно, будем наблюдать за его прогрессом, а уж каков он будет, Он не видел. And second question, what do you think about Podkolzin's progress and his future? Vasily Podkolzin. Unbelievable. He's the one who rushed the puck one end to the other, like very impressive. Очень впечатляюще, может контролировать шайбу с начала площадки до конца провести. Коллеги, есть ли еще вопросы? Спасибо тренерам за игру. До встречи на вечерний матч.